10 сентября в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной Тверского областного дома народного творчества открылась 55-я областная выставка художественной фотографии «Остановись мгновение». Мероприятие организовано при поддержке Тверского отделения «Союз фотохудожников России». Репортаж с места событий. Мне всегда нравилось снимать и видеть истинные эмоции людей. Маша учится на фотографа, очень любит снимать спортивные мероприятия. Работу, которую девушка представила на выставке, как раз и была сделана на соревнованиях по волейболу. Просто это был такой момент, когда он смотрел, как летит мяч, и он просто ждал. Я увидела эту эмоцию и просто нажала на спуск. Мгновение остановилось на более чем 300 работах от фотолюбителей Тверской области. Среди участников были выбраны лучшие. Одной из них была признана работа Валерии. Ждала моего преподавателя. Мне было нечего делать. Я начала все подряд фотографировать и заметила в окне вот такое вот интересное. У меня изображена библиотека и часть улицы. Я фотографировала отражение в стекле. Увидела и все. Типа сидела, хоба и красиво увидела. И сфотографировала. Осенила, наверное. Даже на выставку девушка пришла с фотоаппаратом в надежде и тут поймать яркие моменты и сделать классные кадры. И таких любителей и профессионалов в сфере фотографии здесь немало. В экспозиции фотоработы из Вышневолосского, Нелидовского, Осташковского и Удомельского городских округов, Кимрского, Конаковского, Лихославльского, Ромешковского, Ржевского и Торопецкого районов, а также Твери. Кроме того, посетителям представилась возможность посмотреть работы из Золотого фонда Тверского фотоклуба, выполненные фотолюбителями 1960-1980-х годов. А всем желающим увидеть интересные мгновения можно до 5 декабря в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной.